Украинские Карпаты. Это часть горной системы, расположена на западе Украины, на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Природа щедро одарила Украину своими красотами. Самые красивые места Карпат. Украинские Карпаты – это потрясающий природный ландшафт красотой хвойных лесов. Каждый уголок украинских Карпат самобытен и неповторим. Тут радуют растущие на склонах гор сады, леса, нетронутые луга. Зимой Карпаты особенно привлекательны. Огромная горная Карпатская система начинается от Братислава, Словакия и заканчивается на юго-восток Румынии. Высота Карпат 1000 метров и занимает территорию Украины на 3,5%. Карпаты делятся на две части, это Закарпатье и Прикарпатье. Карпат – это горная полоса, где сохранились нетронутые леса. Карпатские горы имеют округлые горные вершины. На пласкогорье растут брусника и черника. Несколько ниже можно наткнуться на заросли ежевики. Теплым летом горные пейзажи дополняют большие стада коров и овец. Основная часть Карпат покрыта хвойными буковыми лесами. Также растут это дуб, орех, граб, черешня, сосна, ольха, лиственница. Удивительным растением Карпатских гор является так называемой альпийской розой, благодаря ярко-розовым цветкам. Здесь высоко в горах находятся истоки рек западного региона Украины. Это Стрый, Прут, Черемош. Они считаются по праву одним из самых чистых рек. В горных массивах Карпат образовались соленые пещеры. И над такими пещерами расположены соленые озера, по химическому составу похожие на Мертвое море в Израиле. Климат умеренно континентальный, теплый, циклоническими интервенциями атлантического воздуха. Каждая речная долина, склон гор, имеет свой индивидуальный микроклимат. Карпатская горная система является уникальной казной не только европейского, но и мирового значения. На территории Карпат расположено множество источников минеральных вод и термальные источники. Природа – это неотъемлемая часть человеческой души. Украинские Карпаты напоминают волшебную древнюю сказку и зовет посетить эту благодатную волшебную землю. Карпаты – это значительный источник пресных вод и чистого воздуха и мощный водорегулирующий фактор на континенте. Это действительно зеленое сердце Европы. Очаровательные Карпаты – это волшебный уголок в центре Европы, дают возможность глубже познать заповедные места. Коснуться сердцем красоты высоких гор, зеленых полянин и звонких потоков. Чудесный край в центре Европы – это Карпаты, Украина. Также флора Карпат – это богатство горного растительного мира, занесенное в Красную книгу. Украинские Карпаты – это красота и волшебство природы. Очаровательные Карпаты. Украинские Карпаты Европы.